Всем привет, друзья! Сегодня у нас вот такая вот большая коробка. Сейчас мы распакуем ее и посмотрим, что внутри. А я пока расскажу. Я себе сделал вот такую вот самодельную. Инструкция есть в интернете. Как бы вот сюда вставляются в дырочки ручки там или какие-нибудь трубочки. И она фиксируется, то есть угол фиксируется. И для того, чтобы улучшить немного свет, вот такую вот я самодельную сделал. Один из подписчиков Дрюня скинул акцию, что в данный момент проходит акция на AliExpress с доставкой из склада в России и со склада в Украине. Я заказал эту штуку, и я заказал, не купив лампы. Я думал, что у меня есть несколько ламп, там, не знаю, 9, там, 12 ваттные. Я думал, что мне их будет достаточно для света. Проконсультировавшись с другом, друг сказал, что, который более профессионально этим занимается, сталкивался с этими вещами. Он сказал, что зря ты не взял, то есть кукурузки эти, которые идут в комплекте, они отлично подойдут, и тебе будет достаточно света. Того света, от тех ламп, что у тебя есть, его будет недостаточно, поэтому он советовал купить их. Но я уже прогнал, я купил без ламп. Разница там была, по-моему, между с лампами и без ламп $30. И он сказал, что, ну, по сути, ты те же деньги потратишь. На тот момент, когда я покупал, у меня не было достаточной суммы для того, чтобы купить вместе с лампами. Как говорится, скупой платит дважды. Поэтому купил без ламп, ставим в него несколько штук у меня есть. Но в любом случае это будет лучше, чем одна лампа, которая у меня есть в данный момент освещает. И я думаю, надеюсь, что картинка улучшится немного. Итак, выглядит все качественно. Я смотрел обзоры там люди отзывы писали, что довольно-таки все качественно и отлично, поэтому, ну, визуально смотрю материалы, вот сумка для того, чтобы можно было это все добро сложить в одну сумку, вот она. Сделано довольно-таки качественно, нитки не торчат, но материал такой плотный, но, наверное, если его по асфальту прочухать один раз, она протрется дыркой. Но мы что, не будем его по асфальту чухать, поэтому давайте смотреть дальше, что еще здесь у нас. Это сам бокс. Здесь какая-то сетка, да, это закрывать будет. И вот так вот он выглядит. Как вам солнышко? Смотрите. Вместо тысячи солнц. В общем, идут вот такие вот прутики. Сейчас мы изменим немного ракурс и будем это все собирать. Я надеюсь, инструкция здесь есть. Дальше посмотрим, что еще здесь у нас. Вот такие еще два крутилки. Две. Дальше в коробках. Что интересно в коробках? В коробках плафоны. Вот такая вот бандурень, с обратной стороны здесь кнопки, и я так понимаю, что можно выбрать напряжение, то есть какой-то фьюз, вилка европейская, то есть вот фьюз на максимуме выкручен, вот так она еще вот так крутится, здесь затяжки, вот на 4 плафона. В плафонах. В одном из плафончиков вставлен предохранитель. Куда его втыкать, я пока не вижу. Ладно, положим его пока в коробочку, чтобы не потерять. Это второй плафон получается. И здесь у нас, скорее всего, будет стойка. Сама стойка. Да, сама тренога, на которую ставить будет эта вся конструкция. Ну и давайте пробовать собирать тогда. We'll be right back.
все собрали, все отлично, осталось крутить лампочки. И смотрите, правильно все сделано, потому что нужно было поменять на горизонтально, потому что вот идет молния для того, чтобы приклеить сетку, то есть которая будет рассеивать свет. Сейчас я вкручу лампочки, какие у меня есть, и повесим свет, и посмотрим, что же будет у нас, что у нас получится. Вот эти вот штуки, что шли в комплекте, вот две я их, они это запасные, то есть это, видать, они, может, ломаются или еще что-то, и для них и специально положил продавец две запасных, потому что там, ну, их хватает, и я, ну, как бы не нашел, куда их применить, вот, то есть я единственный вариант, это то, что они запасные. Итак, у меня получается вот это вот и вот это лампы Xiaomi, которые обычные лампы. Вот это вот лампа, которая меняет цвет, тоже Xiaomi. И вот это обычная лампа, не знаю, какая-то ноунейм фирма. Давайте посмотрим, 15 ватт, 3000 кельвинов. Ну давайте посмотрим, в общем, я думаю, для того, чтобы понимать, как оно светит, можно и так сделать. Подключаем в розетку, метра полтора здесь кабель идет, то есть помещения небольшого достаточно должно быть. То есть подключили, и теперь давайте пробовать включать ее. Это один рубильник я включил. Это включил второй рубильник. Вот, это теплый цвет, наверное, нужно будет поменять на такую же лампу, потому что здесь холодный у меня получается, а здесь теплый. Ну, в любом случае, вот так вот он светит. Теперь я хотел бы узнать, что это у нас. Так, голову нужно подзафиксировать. Хотел узнать, что это у нас. А, вот и предохранитель где. То есть вот эта вот крутилка на 3 ампера. Сейчас я выключу, потому что, чтобы не перегорело ничего. Я не знал, где находится, куда вкручивать. Вот, получается, вот здесь у нас такая крутилочка, фьюз. И в ней находится предохранитель. То есть для того, чтобы не перегорел, просто мы его вкручиваем. И здесь он находится. Я надеюсь, он не перегорел, потому что я его прям на горячую, считай, выкручивал. Не, не перегорел, все работает. Давайте теперь поднимем опять. Вот так вот светит. И теперь давайте рассеиватель. Где я его положил? Друзья, ну круто получилось. Вот. Вот так высоко это одна поднялась. И столько же поднимается вторая. Сейчас я подниму их обе. Закручу и покажу уже под углом. Максимальная высота прям под потолок. Вот так она выглядит. Конструкция при такой высоте, если поднятые ножки, то есть, ну, на максимальную высоту нужно расширить ножки, чтобы они были более устойчивы. То есть, вот так как у меня сейчас стоит, она при малейшем шорохе начинает пошатываться. Поэтому лучше расширить. Ну, мне такая высота не нужна, мне достаточно будет меньше, поэтому вот, отлично. Итак, друзья, второй бокс я пока не собирал, но хочу проверить только единственное, что хочу проверить. Наличие предохранителя у другого патрона. Да, и здесь есть предохранитель еще один. Причем в каждом есть свой предохранитель. И положили один предохранитель запасной. Ну, это хорошо. Мы, в принципе, все посмотрели. Отличные лайтбоксы, мне очень нравится. Единственное, что я жалею, что я не взял комплект, взял минимальный комплект, то есть взял два лайтбокса, но не взял лампы к нему. Поэтому вот такая вот ситуация произошла. Ламп у меня, естественно, не хватает, но я думаю, что с этим мы постепенно разберемся. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!